Сьогодні готовлю гречневу кашу рассыпчасту на сковородке. Ставлю сковородку на плиту, наливаю сюда растительное масло, рослинную олію и жду, пока моя олія нагріється. Добавляю сюда свинину и обжарю до красивой такой румяной золотистой корочки. Теперь додаю сюда цибульку, трошечки даю обжариться. Также добавляю морковку, порезанную соломкой, и опять немножко обжарю. Соль додаю, перец, добавляйте по вкусу, и один лавровый лист. Сюда вполне достаточно. Все, все перемешала, теперь можно добавлять гречневую крупу. Гречневую крупу добавляю промытую, перебрану обязательно. Заливаю водой из расчета 1 к 2. На одну частину гречневой крупы 2 частины воды. Залила водой, все, доводим до кипения и оставляем под крышкой готовиться кашу до готовности. Это примерно минут 20. Каша получается такая вкусная, ароматная, рассыпчатая. Кто не готовы, обязательно приготовьте по такому рецепту. Я уверена, вам понравится. Желаю вам приятного аппетита, всего самого-самого хорошего. Ну все, до новых видео. Пока-пока.